Привет, друзья! Вы на канале Криптодаши, и сегодня только самые свежие новости из мира криптовалют. Сегодня хочу рассказать вам такую новость. OKEX приостановила вывод средств. СМИ сообщили о задержании неоснователя. Криптовалютная биржа OKEX приостановила вывод средств. Один из держателей приватного ключа не выходит на связь, и на данный момент он сотрудничает с правоохранительными органами. Остальные функции работают, цифровые активы пользователей находятся в безопасности, так утверждают представители площадки. CEO OKEX Джей Хау подчеркнул, что расследование касается личных вопросов держателя ключа и никак не связано с биржей. Дови Ван из Primitive Ventures уточнила, что речь о китайских силовых органах. Авторитетное издание сообщило, что основателя OKEX и OKCoin Стар Сюя задержали неделю назад. В дословном переводе ресурс написал, что его забрали. В сентябре 2018 года его ненадолго арестовали в рамках одного из расследований, которое связано с криптовалютным мошенничеством. В комментариях для ForkLog представители OKEX заявили, что Стар Сюй находится в офисе в Пекине. Также они комментируют, что якобы он не является держателем ключей и не может верифицировать транзакции. Полиция попросила его дать комментарий по ситуации с держателем ключей, к которому у нее есть вопросы. Поэтому мы ожидаем, что после разговора Сюя с полицией вывод будет восстановлен. При этом остается неясным такой момент, как именно завершится разговор с Сюя и полицией и позволит восстановить вывод средств, если Сюй не является держателем приватного ключа. Также в OKEX позже подчеркнули, что Сюй не принимает никакого участия в операционной деятельности компании. По данным китайских СМИ, вместе с Стар Сюем задержали еще двоих топ-менеджеров, но, как сообщается, что их уже выпустили под залог. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Пока.